Как делишь, кривитишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня я раскрою вам огромный секрет моей жизни. Какой секрет? То, что мой папа, ребята, Шерлок нахрен Холмс, потому что сегодня мы будем проходить карту 10 кнопок. Нам нужно найти 10 спрятанных, заныканных кнопок, которые, наверное, будут таить какие-то сокровища и также загадки. Поэтому, ребята, я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. Вот прям такой, только в два раза больше, ребята. Для меня это очень важно. Каждый ваш лайк — это большая мотивация для записи новых видео. И если, ребята, мы все дружно с вами скинемся по одному лайку, дружно скинемся, ребята, и с вами наберем 2500 лайков, я обещаю то, что завтра выпущу новую серию с прохождением какой-то новой и крутой карты, ребята. Это не так-то сложно, потратив всего лишь одну секунду, это очень просто. Ребята, пожалуйста, также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И также можете рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост на стенку ВКонтакте. И также, ребята, можете оставить свой комментарий, потому что я читаю все ваши комментарии, и, возможно, именно на твой я отвечу. Да! И, ребята, мы больше тянуть не будем, и сразу будем приступать к самой карте. Нам нужно нажать вот сюда. Есть какие-то тут правила? Вот есть тут какие-то правила? Да, правила, что? Какие у нас тут правила есть? Adventure Mode, у меня есть Adventure Mode? Да, у меня есть Adventure Mode, и тут у нас бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы поняли, мы все поняли, и сейчас, ребята, мы будем приступать. Первый уровень. Зеленая трава. Не может быть, не может быть, чтобы она была... Какое-то странное местечко. И, ребята, кто не знает, что это за карта, то, в принципе, на каждом уровне есть какая-то спрятанная кнопочка. Где-то есть. Может она быть где-то вот тут, может быть тут, а может где-то у меня в заднице быть. Все нужно проверять. Мне вроде нету. Поэтому, ребята, в каждом уровне нам нужно искать кнопочку. Как только мы на нее нажмем, нас перенесет в следующий уровень. И так нам нужно пройти всю карту. А, так, тут ничего нету. И так нам нужно пройти всю карту. О, вот. Уже первая кнопочка. Итак, нам нужно пройти, ребята, всю карту, найти 10 кнопок. А мы уже нашли одну. Чувствуешь себя горячо? Жарко? Да, очень. Ты издеваешься, да? Вот прям тролль какой-то так. Ищем, ребята, кнопочку, которая может быть где-то тут спрятана. Я думаю, что она будет где-то... Нет, я сюда не могу забраться, поэтому не будет там ничего. Значит, может где-то вот тут, ребята. Знаете что? А тут тоже ничего. Если вы нашли кнопочку, если вы ее заметили, а я ее не заметил, то есть, может, я немного... Так, в воде? Нет, в воде вроде нету. Если я немного слеп, и вы, ребята, заметили кнопочку, но увидели то, что я не заметил, сразу бегите и пишите... О, заметил, вот она. Сразу бегите и пишите в комментарии, ребята, в Эдисон на такой-то там секунде, на таком-то там уровне ты пропустил слепошарый кнопку. Ну, в принципе, я тогда, ребята, если не пройду эту карту в этой серии, значит, пройду в следующий. С вашей, конечно, помощью. Так, где у нас тут есть кнопочка? Третий уровень, как он называется, если честно, даже не заметил. Менансик муж, какие-то... какие-то грибы. Так, коровка, у тебя есть где-то кнопочка? Диди. Не знаю, что это хочет сказать, но ладно. Так, кнопочка... А в воде, в принципе, может быть кнопка вообще? Я, если честно, вряд ли в воде может быть кнопка, потому что если она там будет, то будет такой промежуток. То есть там воды не будет, потому что там есть кнопка. Мне так кажется. Но, наверное, она где-то вот тут. Или я ошибся. А, вот она! Нифига! А я ее, если честно, даже изначально не заметил. Четвертый уровень, который называется... Ух ты, да ну нафиг. Паркур. Можно поинтересоваться, при чем тут паркур в карте, где нам нужно найти кнопку? Кто мне ответит, при чем тут паркур в карте, где нужно найти кнопку? Пожалуйста. Да твою мать, а! А я, если честно, не... Да ты издеваешься, я не могу сюда запрыгнуть на этот конченый забродил. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, допрыгни на этот чугернацкий заб... Да, я не могу туда запрыгнуть. Мне кажется, туда просто нереально запрыгнуть. А, куда нам тогда... Причем тут парку... Space! Он не работает. Отвечай, он не работает. Он... Вот смотрите. Видите? Не прыгает. Он не работает. Я не знаю, почему. Вот! Это подстава! Это все подстава. Это под... Я отвечаю. Я нажимаю, он не работает. Вот!
это шутка. Я вам, ребята, я просто вам честное слово даю. Я нажимаю, он не работает. Вот сейчас заработал. Сейчас тоже. Но только что 3 раза я нажимал, он не работал. О, допрыгнул, нифига себе. Я не прикалывался. Я действительно говорю, он не работал. Так, что это такое? Чекпоинт, да? Зараза, это подстава. Подстава чистой воды. Оп! Ах, ты еще пялишься? На, паскуда! А туда реально? Пожалуйста, я сюда как-то допрыгнул. Я себя уже 2 раза, ребята, убивал, потому что я падал в лаву. Да. А вы сколько тут? Тут 8 блоков. 8 блоков я посчитал. Так, охренеть, сюда. Да ну, да ну. Вот на приколе? На... Приколюшки с нас троллят, просто На! Пожалуйста! Я сюда как-то опять добрался спустя 3 часа! Не работает Space, мне нужно клаву менять. Я вам отвечаю, у меня Space не работает! Я не троллю вас, ребята, я вам честно говорю. Ну ты как? Что за хрень? Так, ладно, в жопу паркур. Я вам уже 1 000 000 раз говорил, я ненавижу паркур. Когда паркур у меня попадается на глаза, у меня крышу сносит. Просто крышу сносит. Я ненавижу, мать его, паркур. Кто придумал паркур? Кто его придумал? Покажите мне пальцем. Так, пожалуйста. Нажми на кнопочку уже отсюда. Пожалуйста. Так, да ну нафиг. Так, а вы издеваетесь? Как я туда должен допрыгнуть? Я что вам нахрен? Супермен? Кто? Так. Ой, нет, вот сюда. Вот. В жопу эту кнопку, в жопу гигантскую. 5 уровень, как он называется? Luxet Villagers. Какие-то носатые. Так, что нам нужно? 5 алмазов. Так, 5 алмазов. И что еще? А тут у нас что? 10 алмазов. Один. Так, что за хрень, а? Кого? Так, 10 алмазов. 10 алмазов. Слайм. То есть изумрудный блок. Потом, что у нас тут есть? Изумрудный блок на голову крипера, а голова крипера на 2 головы крипера. Крипера нам нужен. Крипера. А где я еще вам в жопе найду 5 алмазов? Или сколько там? 10 алмазов. Тут пусто! А там еще у нас какая-то вороночка есть. Тут пусто! Где я вам еще 10 алмазов должен найти? What the f... А может тут они где-то спрятаны есть? Да нет. Да. А я точно должен вот это проходить? Или мне просто-напросто нужно... Или мне просто-напросто книжечку... Какую в жопу книжечку? А, кнопочку нужно найти. А, я не представляю, но если честно, я никакую кнопку тут не вижу и не видел. И тут у нас тоже вроде ничего нету. Если я хорошенько смотрю, у нас тут вроде в воде тоже ничего нету. А что мне нафиг нужно сделать? У меня изначально было только 10 алмазов. 10 алмазов... Нет, 2 звезды. 2 звезды мы поменяли на 10 алмазов, потом 10 алмазов на 1 изумрудный блок. 1 изумрудный блок мы поменяли на 1 голову крипера. А нам нужно 2 головы крипера. Нам нужно 2 головы крипера. А зачем нам тогда вообще Dragon Egg? А нет, в жопе тоже нету кнопочки. Что мне тогда нафиг делать, а? Вы издеваетесь? Тролли! Охренеть! Я сюда поместил вот эту голову, еще даже она у меня пропала. Да ну нахрен! Даже вот эта голова у меня пропала. Да вы издеваетесь, да? Вы издеваетесь. Что за хрень? А где мне сейчас тогда вообще 2 головы взять? Кто эту карту придумал? Кто этот уровень придумал? Тут ничего у нас нету. В этом сундуке у нас ничего нету. Тут у нас
Тут у нас тоже ничего нету. Что мне нахрен нужно делать на вот этом конченном уровне, а? Так, давайте, ребята, я еще раз пройду вот этот уровень. Еще раз. Я, в принципе, может, даже предположил, что нам нужно сделать. Может, предположил. Я, если честно, толком не представляю, но может быть то, что я прав. Давайте мы возьмем еще две. Вот смотрите, мы же можем бесконечное количество вот этих звезд брать. Значит, я могу их сколько мне угодно взять. Ага, так это полностью меняет все дело. Вот смотрите, сейчас мы берем два изумрудных блока, ставим, берем одну башку, две башки, потом идем сюда и ставим, и берем одно яйцо. И мне кажется, то, что вот это яйцо нужно кинуть вот сюда. То есть вот сюда. Да? Да? И сейчас, может, в другом сундучке у нас что-то появится. Я очень надеюсь. Да! Реально кнопочка появилась, а яйца у нас там нету случайно. Я даже его себе заберу. Третье себе приколочу. Пришью. А то два мне мало, если честно. И тут у нас даже написано то, что мы можем поставить эту кнопочку на блок изумруда. Мы ставим и посылаем в пень вот этих носатых виллиджеров. Так, третий уровень. Эдисон разучился считать, ребята, честно. Какой уже по третий? Это шестой уровень. И нам тут где-то нужно найти кнопочку. Да вы издеваетесь, да? И где вы хотите... чтобы в этих лесах я где-то нашел кнопочку. Вы издеваетесь? А тут вообще есть какой-то подъем наверх? Я видел, что-то было в этом... Нет, сюда я могу забраться. Мне кажется, то, что... Вот, сюда я могу, сейчас. Сейчас наверх я тоже сюда могу. Мне кажется, то, что кнопочка где-то должна быть вот тут наверху, потому что не зря же они запиндолили вот такие большущие деревья. Мне кажется... О, я сюда не могу подпрыгнуть, ребята. То есть это максимальный уровень, куда я могу забраться. Так... Тут у нас тоже ничего нету. Ищем, ребята, кнопочку. И что самое главное, все ищем. Внимательно. Если я ее пропущу, то, ребята, кричите, мол, Эдисон, слепошарый, ты на таком-то уровне, на такой-то секунде пропустил кнопку, которая находилась вот там-то. И я, ребята, если не пройду эту карту в этой серии, значит, вернусь в следующий и... Так, я... Спасибо. Только у меня сейчас сложилось вот такое впечатление, то, что кнопочка не будет наверху, а возможно где-то вот тут только немного заныкана. Вот где-то вот тут, в этих лесах нахрен гремучих. Только где она может быть, ребята? Где она может быть? Кнопка, вылезай! А то если я тебя сейчас сам найду, не поздоровится нафиг. Да где ты в жопу запряталась, а? Так, я еще раз забираюсь наверх, и сейчас я, ребята... Да ну нафиг. Реально. Вот тут. Вот тут, где я в первый раз забирался. Я вот сейчас думал, что я заберусь еще раз наверх и еще раз поищу вот эту кнопку. Как только я вылезаю, она находится перед моими глазами. Все вместе, ребята, вот так берем и вместе дружно делаем. Как я ее не заметил с первого раза? Офигеть. Так, ладно, забудем. Этого не было. Это все наиграно. Я вас развел. Я знал то, что она там была. Я вас развел, ребята. Вы думаете, то, что я ее с первого раза не заметил? Я просто вас, ребята, затроллил. А вы повелись. Вы повелись. Думаете, то, что я ее не заметил? Конечно. Седьмой уровень называется... Как называется? Scorching Sands. Какие-то там... Опа-на. Какие-то там пески. Пески, песочки, где вы находитесь, где вы прячете самый ваш большой секрет, кнопочку. Вот она. Да ну нафиг, это уже не смешно, я нашел кнопку, никто мне не говорил то, что... Так, офигеть, да ну нафиг. А, прошел! Значит, там 4 кнопки были, и одна только тебя телепортировала, а все 3 остальные тебя убивали. Вот вы заразы. Так, офигеть. Да, очень сложный уровень. Очень сложный уровень. Вы поняли, в чем был прикол предыдущего уровня? Там было 1 000 000 кнопок на всех стенах, но они все были каменными. И я заметил одну кнопку, которая была... деревянной. И я нажал на вот эту кнопку, потому что она выделялась. И это действительно была нужная нам кнопка. Не удался троллинг. Да ну нафиг, вы издеваетесь? Нам нужно копать вот это все. Нам это все нужно копать. Но, к счастью, у нас есть прям лопата гиганта какого-то, которая лопает вот это. Знаете, что я сказал? Лопата лопает. Опа. Лопата лопает, ребята. Лопата гиганта, которая лопает.
И круто, 10 уровень. Пустой конец. Да. Вот вы меня уже не разведете на вот это, потому что если у нас тут нигде нету ничего, что может нам помочь, то кнопка 100% будет у меня в заднице находиться, ну или на голове, где авторы любят ее прятать. Или вот тут, ну или вот тут, как я уже сказал, в одном месте. Конечно, ее нужно поставить сюда и нажать, потому что этот уровень уже для полных нубов. Ребята, а мы с вами уже давно не нубы. Мы уже давно знаем то, что кнопка во всех практически картах у нас находится на голове. И это очень просто. И нас поздравляю то, что мы с вами прошли вот эту карту. И да, мы ее не прошли, ребята. Мы ее с вами не прошли. Мы ее задрючили по полной программе. Поэтому, ребята, если вы хотите больше карт о прохождении, а если вы хотите больше карт, ребята, я буду очень рад. Очень рад, если вы забабахаете большущий палец вверх вот такой, только в 2-3 раза больше, ребята. Это для меня очень важно, вы себе не представляете, как важно. За каждый ваш лайк, ребята, я вас очень люблю и я вам очень благодарен. Если вы хотите видеть новую серию завтра, если мы все дружно скинемся по одному лайку, ребята, секунда, мили, нет, не мили, ладно, секунда, чтобы поставить лайк. Вы даже когда пукаете, вы даже пукаете намного больше, чем поставить лайк за одну секунду. Ребята, если мы с вами дружно соберемся, наберем 2500 лайков, я обещаю то, что завтра я выпущу новое видео с прохождением еще какой-то новой и крутой карты, которую я специально найду, ребята, для вас. Пожалуйста, не поленитесь. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Делитесь этим видео со своими друзьями, приглашайте их на просмотр. И также, ребята, конечно же, делайте репост в группе ВКонтакте и можете оставлять свои комментарии под этим видео. Может, именно на твой комментарий я и отвечу, потому что я читаю все ваши комментарии. Ребята, всем большое спасибо за просмотр. Ты, вот ты, я к тебе обращаюсь. И к всем вам, ребята, приходите на мой канал завтра, потому что завтра выйдет новое видео. Видео выходит каждый день, и я каждый день вас жду на просмотре очередного нового видео, ребята. Приходите. Еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.